Роспотребнадзор Первоуральска проверил ярмарку выходного дня. Специалисты смотрели, как хранят молочные и мясные продукты. В итоге у каждого предпринимателя, которых проверили сотрудники надзорного ведомства, нашли грубые нарушения. Всего было проверено 4 реализатора. Были выявлены нарушения санитарного законодательства, такие как нарушение условий хранения пищевой продукции. Продавцы работали без санитарной одежды и без головных уборов. Также у всех были задолженности по медицинским осмотрам. Одно из самых серьезных нарушений, которые обнаружили специалисты Роспотребнадзора – неправильное хранение продуктов. В торговых точках мясные и молочные продукты лежали в неисправных холодильниках при температуре плюс 15 градусов, хотя допустимый предел – всего 6. У некоторых продавцов их вовсе не было. Сыры и сливочное масло хранились на открытых витринах. В одной палатке колбаса лежала без упаковки, в открытой коробке на полу. В другой – размороженное мясо индейки продавали как охлажденное. А некоторые предприниматели решили увеличить свой доход продажей солей собственного производства, на которые не было документов, подтверждающих качество продуктов. За нарушение предпринимателям теперь грозит штраф до 40 тысяч рублей. Через неделю Роспотребнадзор намеревается снова посетить ярмарку выходного дня.